Всем привет, ребятки, с вами Флэш, продолжаем играть в Rust, нахожусь на The Trust 5 сервере, до сих пор отхожу, точнее убегаю от погони, чувак преследует с калашом, вроде один, и может быть получится даже сейчас его принять. Сейчас постараюсь сложить весь лут, который не жалко, в ящичке, и попробовать с ним повоевать. Хотя этот лут, это кот наплакал, но тем не менее. Тин-тин-тин. Сейчас. Просто дом неохота палить. Сейчас меня спалит. Если он с калашом, запросто придет сейчас. О, у меня камня не насобирал. Блин, у меня камня нет заделать. Сейчас же через эти можно будет пропалить. Через щели, что тут домик достаточно интересный. Еще попробовать, не попробовать принять чувака. Давайте попробуем. Потому что я ушел влево-вверх, а он, возможно, побежал вниз наоборот. И он, может быть, сейчас осматривает вот эти домики. Думает, что я там живу. Но он очень упорный. Тупо с калашом бежал сколько за мной. Давайте попробуем. Семь пуль у меня, 8. Кого нет? Не, ну она уже ушел, скорее всего. Никогошеньки не видно. Ушел. Откуда только он взялся, непонятно. Ребята, я, кажется, его вижу. Вон он, видите, бежит по этой. Слева, слева, слева. Вон, вон, видно, видно, видно. Он, вот на этом пригорке мой дом сразу. Просто отсюда не видно. Он, возможно, просто туда дальше за гору убежал и решил возвратиться обратно. Вон, вон, видно, 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 видно. Вон, видите? Да-да, в броне, блестит, поблескивает броня. Сейчас можно будет на хвоста упасть, возможно. Надеюсь, это он, чтобы не спину никто не зашел. Где он там? Что-то добывает, что ли? Куда он делся-то? Так, 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 так. Что-то мне это не нравится. Он, по идее, должен был сейчас тут пробегать. Фу-фу-фу-фу. Так, 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 так. Он же не мог меня спалить. Вон мой домик стоит. Куда он делся-то? Может, в гору убежал там, как я, когда камушки собираешь, то за один, то второй, то третий, в итоге убегаешь вообще хрен знает куда. Блин, он четко сюда бежал. Как-то получилось, что он опять исчез. Солнце неудачно светит прямо в глаз. Не-не, ушел, ушел, все, нет его. О, ребят, заметил наверху какое-то строение, вон, видите? Искусственная, квадратная. Надо будет сейчас туда подняться, посмотреть, что это такое. Сейчас просто немножко камня подсобирал, чтобы уже дверной проем сделать не деревянным, а каменным. Потолок уже потом. Ну-ка, отсюда можно в соло запрыгнуть? Нет, отсюда точно нельзя. Все, как раз 200 камней. У меня сотка есть, и сейчас поднимемся. Что-то там непонятное строение, может, он оттуда. И улучшим наш проемчик. Вот, вот так будет понадежней. Будем надеяться, что сиху никто не будет тратить на нас. А, блин, на проем меньше камня надо. У меня сотка осталась. Что я прогнался вообще? 200 камня, что ли, на? Ну, начинаем подниматься. Неспроста ж там вот этот квадрат стоит. Что-то там такое есть интересное. Может быть, действительно он туда и скрылся. Посмотрим. Так, сейчас мне уже, в принципе, наверное, не страшен мороз, потому что у меня защита по холоду 42 градуса. Благо, штаны, ботинки, куртка, нормальная маска.
То есть все четко. То есть даже ночью, по идее, я не должен замерзать. Хотя, не зря же пуховики ввели. Наверное, может быть, все-таки есть место, где даже ночью, ну, как бы только с пуховиком можно более-менее нормально высидеть. Блин, высоко он забрался. Кстати, действительно он мог сюда свалить. Потому что там видно, что это искусственное строение. Квадратное. Может, просто, конечно, кто-то фундамент ставил. Но, может быть, и нет. Так, ребятки, поднялся действительно этот домик. О, тут еще... А, нет, постарую, да. Так, а это куда мы вообще смотрим-то? А, это на подход. Все, действительно стоит домик непонятный, одинокий. Сейчас чекнем фундамент. Причем дверь-то нормальная. Это может быть опять очередной. И фундамент целехонький. Это может быть очередной домик специально для ресов. Ну-ка, его можно ремонтить? Блин, тут, конечно, неудобно стоит все. Да, тут очень... Так, тут места такого нет. Хотя, не, вот тут вот. Нет? Стоит... Блин, не дотянусь в любом случае. Да, заремонтить не получится. Грамотно стоит домик. И с этой стороны тоже не дотянусь. То есть блокировка спадает очень низко. Не получится дотянуться. Блин, а что же с тобой можно сделать-то? Дверь стоит правильно. Так и хочется уже взломать. Что, только крафтить две ксишки и выносить с одну сторону. Ради прикола. Так, а тут у нас что? Там тоже какая-то красивая башенка. Но тоже не сильно заселен этот вход. В принципе, это такой, как главный вход в зимний биом. Потому что он такой длинный. Эти короткие входа такие, а этот прям длинный. И не сильно он даже заселен. Движения никакого нет. В принципе... Ну вот этот домик, мне что-то... Целый фундамент говорит о многом. В принципе, я видел, как строят такие бомжи-домики, очень компактные, реально, в один фундамент, в которых все есть. Там стоит и шкаф, и печка, и ящик, и там и спальня, вообще все есть. Там при помощи лестницы строишь, и вообще очень круто получается. Так, а тут на хребту больше вроде как никаких домиков нету, да, таких... Да, вроде никаких нет. Так, решил я спуститься теперь в эту долину, посмотреть, что вот это за домик. Начинает вон синие эти пиларчики уже светиться. Солнце заходит, но тут вид, конечно, шикарный. Горы вот эти, солнце за гору заходит. Просто бомба, конечно, место красивейшее. Давно мы просто зимних биомов не видели. С того момента, как их поудаляли. Так, тут надо чекнуть фундамент сразу. Сразу все станет ясно. Печка работает. Печка работает. Все жилое. Так, что у нас тут сверху? Сверху там солома наполовину. Ну, такой достаточно тоже соло-домик. Интересный, зажиточный. Все, бегу обратно в домик. Потому что сейчас будет ночь, буду там в округе собирать ресы. Просто хотел обратить внимание, что тень очень круто выглядит. Ну, понятно, на максимальных настройках графики бежишь. И на белом фоне, блин, вообще классно все смотрится, если честно. Такая прям тень, я прям бегу, аж заворожился что-то зрелищем. Считай, броня, все, тени отдает, ну, как бы, деревянная это. Классно смотрится вообще. Все-таки графика, да, иногда, ну, так обращаешь внимание, в Расте, конечно, она очень... По сравнению с тем же Hard World'ом. Кстати, он как-то резко появился. Сначала был такой прям пик популярности, а потом он просто опять ушел в забытье. Ну, по сути, он отличался от Раста только там тем, что там машины есть, да. Ну, немножко там чуть-чуть изменений, а по сути графика там вообще, понятно, там на две головы ниже. Какие-то моменты, да, там классные в плане каких-то улучшений, но все-таки Раст по графической составляющей, как по какой-то, я даже не знаю, что ли, свободе. Даже несмотря на то, что он уступает, да, в каких-то моментах, но все равно как-то вот в Расте свобода, она как-то, что ли, больше ощущается, не знаю. Как всегда, ночь не упускаем. Как только рейты X5, моментально начинаешь что-то делать. Либо добывать дерево. Я сейчас для угля его, чтобы он жарился, потому что у меня там еще металла серы дофига. А дерево уже подзаканчивается. Вот одно дерево срубил, 3К дерева, нормально, да, ночью? Поэтому ночь ни в коем случае нельзя упускать. Ну, понятно, делаю все это в паузе, чтобы... Иначе вы просто офигеете смотреть, как это все делается. Так, ну вот наступает утро.
Всю ночь я решил посвятить долбежке дерева, потому что что-то у меня после тех все рейд X2 и смотрим 20 тысяч дерева собирал на одну ночь, за одну ночь точнее. Это более чем предостаточно, особенно на этом этапе игры. Поэтому все сейчас закидываю, пускай плавится, жарится, а мы дальше пойдем. Так, немножко дозаправлю все-таки себе патрончиков, потому что мало ли ситуации бывают разные, так что будет, ну, 11. Ни себе, ни... Короче, ни туда, ни сюда, грубо говоря. Потому что вроде 7 как бы мало, там, если затяжная какая-то перестрелка, будешь промахиваться. Потом и 7 патронов могут быстро кончиться. Я все... Блин, я не хочу уходить от того дома, у которого 80 хп. Может, я дождусь момента, когда он развалится, и просто там потом пособираю лут. Реально, может, такой момент настанет. Главное только быть в нужном месте в нужное время. Он еще вроде стоит. Я просто не знаю. 334, кстати, одно хп убыло. Было 335. Так оно постепенно убывает. Ну-ка, сейчас там посмотрю. Ну, смотрите, как солнце красиво всходит. То есть, по чуть-чуть. Потом начинается отражение в воде. Блин, ну классно вообще. Реально, восход. Вообще класс. Так, ладно. Красивостями. О, 63! Так все-таки я дождусь, сколько я играю сейчас. Реально можно дождаться этого момента. Было 84, 20 хп как сдуло. Я все-таки, наверное, потушу сейчас какое-то время возле этого дома. И рано или поздно он должен будет рухнуть. Но это, наверное, час-два мне еще придется побегать вокруг него. Потому что я и так сейчас примерно такое время бегаю, если не больше. 20 хп ушло, блин. Интересно. Но надо дождаться. Все-таки это же так интересно, как это вообще разваливается дом в прямом эфире. Кстати, этот фундамент тоже принадлежит вот этому дому. Это очень легко отследить по количеству хп. То есть 63 и там 63. То есть они были поставлены одновременно. После этого непонятно, что произошло. То ли сначала было неудачно выбрано место, потом хозяин просто не стал сносить этот фундамент. То ли тут еще когда-то что-то стояло, это зарейдили, остался только дом. Может быть, печка какая-то. То есть тут уже можно догадки разные ставить. Ну, достаточно интересно. Опять Шерлок Холмса включаем. Начинаем рассуждать, зачем этот фундамент, почему его поставили, почему его забросили, было ли тут что-то, не было. Все эти додумки мне нравится делать, потому что размышляешь, стараешься разгадать ситуацию. Но в любом случае, наверное, все-таки придется мне сейчас потратить реального времени несколько часов, чтобы все-таки дождаться и для вас записать. Для вас, понятно, это пройдет пару секунд. Ого, сколько ткани, смотрите, в одном месте. Надо собрать, такое нельзя упускать. И все-таки посмотрим, как это вообще выглядит. Нифига себе, сколько ткани. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь тканей. Все-таки, ладно, ради вас. Ну и ради себя тоже, конечно, но все равно. Я и так уже давно играю. Долго, точнее. Все-таки такие шансы просто, они очень редки, когда ты встретишь дом, который уже на издыхании. И вроде как без явных видимых причин, что он зарейжен. Следов таких нет. Поэтому, ладно, потушу здесь, подожду. Пока жду, короче, ребят, только заметил, что бегаю со стаканной одеждой. Сейчас бы, если кто-то меня завалил бы, был бы несказанно рад, капец, конечно. Жесть. Ой, чувство комментариев будет. Так, ребятки, какая-то происходит нестандартная вещь. Только что услышал разрыв двух ракет. Кажется, кто-то пришел долбить фундамент вот этого домика. Что-то я не понял. А, может быть, нет, может, как раз того, который... А, да, вот. Вот этого домика пришли долбить. Не хватило, что ли? Один есть. Сижу в доме, плавлю, слышу разрыв двух ракет. Понимаю, что тут фундамент жесткий, поэтому ребята пришли рейдить. Один ушел. А с чего это он стреляет? Что это за звук? А, это винтовка.
которая бомжатская, кажется, судя по выстрелу. Они, я так понял, не добили его, что ли? Или они тот дом разбомбили? Что-то я не понял вообще. Нет, тот дом стоит. Тот дом стоит. Фух, вот это неожиданно. А, вон. А, нет, не вон. Это животное. О, блин. Косяк-то какой. Один ушел, но второй, возможно, тоже на ТП, нет? Но шума не слышно. Куда же они стреляли? Ровно было два выстрела с ракеты. Многозарядная винтовочка работала. Тут слиняли уже. А, не-не, вон стоят вдвоем. Пытаются рейдить. Блин, а как они так разминулись? Походу они просчитались, либо они до сих пор не знают, что урона мало проходит, потому что там у этого дома, который они сейчас прыгают, там 300 хп было у фундамента. Они, наверное, подумали, что с двух ракет его вынесут. На крышу пытаются запрыгнуть. Точнее, они уже на крыше. Хедшот! Ракетами был. Вот это напряженный момент. Хорош. Так, ТП, я надеюсь, он мне написал. То у этого пайпушка. Ой-ой-ой, ракетница. А где винтовочка его выпала? О, написал килл. Вот эти бобовочки. Охренеть. Блин, ну они явно с пайпухи. Так, кто это вообще? Кто ЮА? Блин, где... вот она, болтовочка. Отлично. Фу-фу, так, ставим сюда. Так, что они тут пытались? Ровно два выстрела ракет было. Бобовых одна осталась. Что они сюда пришли? А, они сюда долбанули. Они вообще, короче, лоханулись. Они вот по этим фундаментам стрельнули два раза, а там же по 60 хп сейчас сносит ракета. И не рассчитали. Вот это жесть. Это у нас кто? Это Акуюа. Короче, два украинца. Вот это да. Так, сейчас пока я пойду сложу пайпушку. Короче, ракетницу надо изучать. Блин, она жалко стрельного, да? Стрельная уже, да. Так, этот патрон у меня есть, мне не нужен. Блин, вот это интересно. Так, это мы складываем, это складываем, это складываем. Так, это, а, печки погасил. Так, пайпушки сразу разряжаем. Что у них за патроны? Каменными еще стреляют, вообще нормально. Так, а этот у меня какой? Этот у меня пули. Так, дробь мне, в принципе, не нужна. Так, а это... Это тоже дробь. В принципе, ну как бы... Ну я и не пользуюсь, мне даже нет смысла ее. Пороха какого-то фига не с собой таскали. Так, сейчас надо крафтить немножко патрончиков. И срочно-срочно идти туда. Вот так вот сделаем. Еще две пайпушки насобирал. Уже четыре пайпуки, вообще их не крафтил. Только собираю постоянно. Так, щитки, щитки вместо чего одеть? В принципе... Можно вместо головы одеть. Вот так вот. Ну так, наверное, даже понадежнее будет. Пускай так будет. Так, вроде все. Сложил. Опять с собой пайпушка. Все лишнее сложил, чтобы не так страшно было потерять. Потому что они могут опять прийти. Теперь давайте посмотрим поближе. Блин, все-таки залетные есть. Реально, я просто сидел, вафкашил. Ждал, пока сгниет тот дом. Два выстрела. Я думал, меня рейдит. Я, если честно, офигел.
как мы так с ними разминулись, конечно, непонятно, но в итоге все вышло слишком удачно. Они подумали, наверное, что я свалил, и дальше продолжали спокойно рейдить. Офигеть просто. Ну как они так бездумно две ракеты высадили? Куда они? Ничего не хотели выдолбить? Тут 300 хп. Да, вот они сюда зарядили. Тут 175, 300, 175, 300, 170. Да, да, вот этот домик они хотели. Так, ладно, давайте сейчас спустимся туда. Посмотрим тот дом. Я все жду, когда он сгниет. Если сейчас он... Там хп у него немного. Сейчас, короче... ставлю стол исследований, крафчу базуку, ну точнее исследую ее. А, у меня МВК нету, ё-моё. Тогда мне на ракеты, ладно, фиксим с этой базукой. Надо ракеты крафтить. Ракеты-то я умею, я же ее изучил. И, короче, добивать, надо форсировать ситуацию, потому что иначе терять. О, 42 уже хп. То есть по 20, где-то в среднем по 20 хп сносится. Блин, у меня ножа нету. А мне такая бы понадобилась, ладно, пофигу. Так, 42 хп, все, вот этот дом я уже могу с одной ракеты выстегнуть. У меня там как раз уже накрафтилось на одну ракету. Давайте, ребят, действовать. В принципе, можно дождаться, но не факт, что сейчас опять может кто-то прийти и опять все мне обломать. Так, знаете, ребятки, что, почему я не хочу тот дом стрелять, который там 40 хп осталось? Потому что, смотрите, там фундамент очень низко посажен. Если я выношу вот эти два фундамента, я не знаю, вот эти стены обвалятся или нет. Если честно говоря, я не уверен, потому что если они не обвалятся, а вот эти два фундамента обвалятся, все ящики, которые здесь стоят, весь лут, все упадет сюда. А я из-за того, что стены будут стоять, не смогу даже до него дотянуться. Поэтому очень опасно. Даже не знаю, что делать. Так, еще пока пару бочечек разбил. Фу, блин. А вот этот дом, который они пытались зарейдить, в принципе, там надо больше ракет. Сколько там надо? На минимум 3 ракеты. Тратить пока неохота, там проще подождать, пока сгниет. Фух, это просто жесть, мне надо немножко успокоиться. Я просто сидел, ФК-шел, игра была свернута, клипы смотрел, там в Ютубе лазил там. Потом слышу взрыв, бабах, ракеты, я в наушниках. Второй бабах, думаю, ну все, хана, быстрее игру разворачивай, думаю, все, меня рейдят. Нет, смотрю, вроде живой стою. Полез сразу чекать, что там за фигня, там ребята рейдят, жесть просто. Они тупо с двумя ракетами пришли, я даже не знаю, то ли они их где-то на рандоме или нашли случайно, потому что они экипировки особой нет. Две ракеты, получается, у них базука и две банки бобов, потому что они одну успели взорвать, вторую я подобрал. Оружие такое себе, не очень сильное прям. Какой-то странный рейд, если честно. Так, вроде немножко успокоился, давайте теперь более внимательно тут все осмотрим. В принципе, по стенам тут идти нет смысла, 300 хп. Фундамент 175, это как минимум все равно 3 ракеты. Тут это фундамент, что ли, такой высокий? А, это фундамент такой высоченный, нифига себе. Этот фундамент высокий, 170. Стены по 300. Это такой один фундамент жесткий. Так, ладно, этот дом пускай подгниет, в принципе. Он не горит, не вот тот уже, на подходе который. Вот, домик, то, о чем я говорил. Стандартный 2 на 2. Вот если я вот по этим двум фундаментам сейчас стреляю, они выпадают. Но если вот эти две стены не выпадут, то я не подлезу под фундамент туда, чтобы куда-то залезть в дом. То есть вообще, блин, непонятно. Вывалится они, не вывалится, никто же не знает. Я, честно говоря, не тестил эту систему стабильности, как она работает. Так рисковать. Просто чем я рискую? Просто лут вывалится, я банально до него не достану. Весь пропадет на земле. Это будет крайне обидно. Фу-ой-ой-ой. Что-то как-то стремновато, если честно. А может и вывалится две стены, никто не знает. Считай, если два фундамента вываливаются, то по сути, как бы, да, и вроде этим стенам вроде держаться не на чем, да? Ну давайте рисканем вот сюда, вот долбану в тыльную часть. Сейчас вот сюда, в землю прям. Как раз два вот этих вывалится. Почему в тыльную часть? Потому что, скорее всего, ну, в эту сторону не хочу бить. Потому что за этой дверью, скорее всего, будет еще одна дверь. То есть вот этот фундамент, по сути, он нас вообще не интересует. То есть надо бить либо вот с этой стороны, либо сзади, либо с той стороны. Не, вот с этой, либо сзади, все. Других вариантов нет. Хотя есть шанс, что обвалится фундамент, на котором стоит шкаф. И тогда у меня будет разлочено строительство. И, в принципе, да, можно, можно попробовать, давайте. Так, давайте посмотрим, что у меня за все это время тут нажарилось. 5 кассиры нажарилось. Уголечек. 6к угля, в принципе, достаточно.
Так, что-то у меня здесь было. Так, у меня тут порох еще немножко есть, сера немножко есть и уголь немножко есть. Так, эксплозив. Что нам нужно для эксплозива? Топливо низкого качества. О, хорошо, что я не поставил еще одну печку. И металл мне нужен. Металл у нас здесь. Ракета у нас в цене не потеряла. То есть, соответственно, 150 пороха, 10 взрывчатых веществ. Пороха крафтим. Сколько мы можем? 200. Мы скрафтим тогда 100. Чтоб сера у нас осталась, потому что сера нам вроде как нужна, да? Или не нужна? Да, сера нужна для эксплозивса. Так, и топливо низкого качества 196. Блин, там этот оленяшка ходил, он был все-таки его прикончить. А, 21. Что-то много даже. Давайте 10. Вот, 10 эксплозива. И вот она, ракеточка. Ой, сори, ребят, контакт закрываю. Просто я же говорю, сидел свернутый там, лазил, и тут такой экшен начался, жесть. Все, ракетка есть. Все складываем на место. Влезет? А, не влазит, блин, не влазит. Ладно, металл-то туда закинем. Фу, так, ладно. Как ты здесь оказался? А, ракетница, где моя ракетница? Вот она. Единственная ракетка, так, погнали. Так, что мне надо? Если вдруг там шкаф обвалится, то мне нужно теоретически building plan, но... Вдруг-то она будет застроена. Ну, на всякий случай возьму. И возьму дерево. Чтобы там сразу все застроить. Мало ли. Вдруг придется шкаф еще скрафтить. Все. Ребят, погнали. Уже темнеть начинает. Как будто сейчас никого не встретить, блин. До 100 хп отхилиться. И пойдем. Так, в принципе, если что, даже вот этот потом можно будет домик зарейдить. Можно будет. Так, ну что, мы на месте. 42 хп. Короче, смотрите. Шкаф 100% не за дверью. То есть этот фундамент мы минусуем. То есть он либо этот фундамент, либо этот. Либо этот. Ну, я больше склоняюсь все-таки к тыльной стороне. Вот к этой. Примерно посерединке. И вот сюда вот в землю стреляем. Опа, что-то пошло не так. Лол. Это что, прикол какой-то? Урон по фундаменту не нанесся. Тупо по стене прошел. 68 хп. А почему? Что за фигня? Как так получилось? Или он настолько низко посажен, что ли? Да нет, вроде. Офигеть. Земля схавала урон. Походу. Да, вот это что, еще одну крафтить? Мне там как раз на 20 эксплозивов придется еще одну делать. Ой, блин, еще одну придется делать. Ай-яй-яй. Как хреновенько-то. Так, у меня на 10 эксплозивов вроде хватало. Так, топливо низкого качества. Вот у нас уходит. Хотя топливо не так быстро уходит. Так, 10 есть? Есть. И ракета есть. Ракета, что еще не хватает? Что, я не сделал, что ли? Я же сделал. Что не хватает-то? А, пороха не хватает, ё-моё. Порошочка немножко не хватает. Давайте 10 крафтим. О, да, теперь должно все хватить. Эксплозива 10. Что опять не хватает, блин? А пороха опять не хватает. 20. Хватит? Хватит. Все, есть ракетка. И срочно туда, срочно, срочно. Все, сейчас уже нет у меня права на ошибки. Дерево. Да, одна ракетка, конечно, ушла в небытие. Но кто знал, кто знал. Я, допустим, не предполагал, что она так уйдет в землю. Урон. Вроде стрелял. Как бы, блин, я думал, от стен должен урон пройти сплошон. Получается, нужно чисто в фундаменты попасть. Поэтому придется сейчас в боковушку стрелять. Потому что там немножко, хоть видны лучше фундаменты. Потому что с тыльной стороны там самый плохой. Там очень сильно фундаменты утоплены. Там практически их не видно вообще. Фу, ладно, пофигу.
Так, халява сама пришла в дом. Так, теперь я хочу с этой стороны бомбануть. Получается, вот он, видите, где он вообще? Его даже не видно. Вот, как бы, непонятно. Где этот фундамент? Вот он где. Мне нужно попасть. А тут смотрите, где он. Не, хотя нет, я четко стрелял, сюда же стрелял, блин. Что такое? Почему такой урон прошел? Тут тоже опасно. Надо как-то стрельнуть, я даже не знаю, как стрельнуть. Ну, давайте вот так вот, чтобы хотя бы один фундамент. Вот то, о чем я и говорил, ребятки, видите? Строительство заблокировано, и при этом стена не обрушилась. Опять как-то урон странно прошел. И, ну, вроде лут хоть не повывалился, и то радует. И там вон буферка, да, все, все хранится вот в этой стороне, в тыльной, то, что я предполагал. Блин, неужели ждать гниения, теперь опять все равно. О, а там тут на воде строится, смотрите, ребятки. Жесть. Он меня видел, интересно? По-любому видел, взрывает прям перед носом. Тут слева все закрыто, короче, надо туда будет наведаться. Ладно, блин, уже 30 минут, ребятки, все, увидимся в следующей серии. Постараемся дорейдить эти домики. Дальше будет видно все.